А английский корреспондент Локворд, наблюдавший быт, обычаи и традиции адыгов, отмечал, что одежда черкесов придает им сходство как членам одной семьи и вместе с тем является внешним выражением родства их чувств и обычаев. Земли бывшей Черкесии, почти совершенно обезлюдевшие в результате изгнания царизмом адыгов, очень нелегко поддавались колонизации. Исчезли горцы, жившие на этой земле более 3000 лет, но вместе с ними исчезло их знание местных условий, их опытность. Молчаливыми свидетелями былой горской цивилизации остались лишь старые черкесские сады, возраст которых насчитывает несколько столетий и которые до сих пор плодоносят.